Всем привет! Мы уже прошли половину пути во втором сезоне, и вот разработчики сделали анонс региональных трасс. И все задаются вопросом, что же это такое и как это работает. Ну вот я вам сейчас это расскажу. Если вкратце, то эта опция дает возможность игроку поменять свой сервер или регион, кому как удобно говорить. Ну а чтобы переместиться в другой регион, вам нужно будет войти в меню региона, уменьшить масштаб карты и коснуться до значка в правом нижнем углу экрана. После этого вам откроется окно с выбором региона. Оттуда вы сможете уже выбрать, в какой регион вы хотите переехать. Помните, что вы можете перемещаться только в регионы, с которыми у вас была общая карта в предыдущем сезоне, то есть в сезоне 2. Как видите, сейчас у нас это окно пустое, так как сезон еще у нас не завершился. Но для перехода на другой регион вам необходимо соответствовать некоторым требованиям, о которых я вам сейчас и расскажу. Итак, начнем с требований для перехода на другой регион. Так, первое требование. Сезон закончился. То есть переходы между регионами будут активны только в межсезонное время. По ходу сезона вы не сможете перемещаться. Второе. У вас достаточно предметов для межрегионального перемещения. То есть по завершению сезона должны будут выдаваться или разыгрываться предметы, с помощью которых можно будет осуществить переход. Пока это пункт, о котором пока ничего не говорилось. Третье. Все ваши бойцы простаивают. Это означает, что ваши бойцы не находятся в больницах. Очень просто. Четвертое. Ваш корт и бойцы не участвуют ни в каком сражении. Здесь также все понятно, то есть вы не должны не участвовать ни в каких сражениях. Пятый пункт. Вы должны не находиться в клане. То есть игрок, который находится в клане, не сможет переместиться. То есть для перехода надо выйти из клана. Ну, очень простое требование. Шестое. Вы не переезжали ни из одного региона в другой определенное количество дней. То есть перемещение между регионами будет осуществляться с задержкой, чтобы игроки не могли очень часто менять регионы. Это будет схожая ситуация, как при смене клана. Но если при смене клана у тебя есть задержка в 12 часов, то при перемещении между регионами задержка будет 30 дней. Седьмой пункт. Вы соглашаетесь с тем, что теряете все свои текущие места сбора ресурсов при перемещении в регион. Это просто, что вы потеряете все точки сбора ресурсов. Восьмое. У вас нет на карте сезонного региона. Вы должны находиться на карте основного региона, а не на карте сезона 2. В принципе, не такие уж большие и серьезные требования. Есть, правда, несколько пунктов, которые еще не прояснились, как это все будет действовать и работать. Также от себя могу добавить, что если вы будете перемещаться между регионами, то все ваши заслуги, то есть в каких-то событиях, будь то оно сильнейший выживший, спасти Рика и другие события, они все будут обнулены. То есть прежде чем перемещаться, также вам стоит просмотреть, на каком этапе события вы находитесь, чтобы не потерять много ресурсов или наград. Ну все, если вы соответствуете всем этим требованиям, то вы можете переместиться на другой регион. Ну это, в принципе, все, что необходимо знать о межрегиональных переходах. Всем спасибо, всем пока-пока.